Довольно, Кирилл. Тут уже только мертвые спартанцы. Прямо Ксерксом себя ощущаю. Какая непростительная трагического материала. И ради чего? Глупое упрямство. Ну да ладно. Революция все спишет. О, кого я вижу? Целый полковник Мельник. Процентный. Время пришло. А тут кто у нас? Крыткий молодой человек. Ну-ка, спаситель метро, и куда это мы ползем? Артём, уже не нужно. Ульман погиб, как и большинство спартанцев. Мельник выжил и теперь в Асдалке. А Хан просто исчез. Как-то он сказал мне, а что если этот маленький черный – последний из ангелов, посланных, чтобы нас спасти? То, что черный вернулся и привел с собой своих, может, это и есть помилование? Мне, ордену. И всем нам, забившимся в метро. Луч надежды в нашем беспросветном царстве. Мы уйдем, Артем. Так будет лучше всем. Но наступит день, и мы вернемся. Я уже тоже буду большой. Прощай. Черные ушли, но я знаю, что мы обязательно встретимся еще. Быть может, они действительно были посланы, чтобы нас спасти. Может быть, мы заслужили прощение.